занимаюсь переспицовкой колеса. Приехали новые спицы. Вот это старые были. В общем, получается, ни туда, ни сюда. Они не встают никак, как надо. Вот получается, эта спица будет сюда ставиться. И вот в это отверстие должно идти. Да, оно немножко не хватает. Придется вот здесь сверлить отверстие посерединке. И она будет вот сюда ставиться спица. И как раз, в принципе, должно уже хватать. При спицовке велосипедного колеса есть одна особенность. Вот можно расположить спицы, допустим, так. А можно вот так. Надо смотреть вот это отверстие под пипетку. В этом положении будет правильно. То есть спицы будут идти вот так. У пипетки. И пипетка будет доступна. Но можно еще сделать вот так. И спицы будут идти. Вот так закрывать будут пипетку. Ее будет очень неудобно накачивать. Это надо учитывать. То есть в этом случае в моем надо сделать вот так, в эту сторону вывернуть. И собирать. Отверстие я уже просверлил с одной стороны. Теперь это будет выглядеть как-то так. Вот сюда она нужна. Вот. По идее, должно все получиться. Сейчас остальные буду собирать. Сейчас соберу остальные спицы и посмотрим, что получится. Ну вот, одна сторона собрана. Вроде все получается. Теперь надо сверлить вторую сторону. И спицевать вторую. Ну вот, колесико собрано. Все ровненько. Теперь у одного маленького человечка будет немножко больше счастья в виде рабочего исправного велосипеда. Для моторизации инвалидной коляски приехал моторчик. Аналог Honda GX35. Китайский, четырехтактный. Как его взять-то? Так. Заводится он очень просто. Дергаем и все. Запускай. А? Запускай. Скоро поедет аппарат. Покрутил.
покрутили немножко вместе со звездой и цепью. Показалось, что на этой звезде очень будет быстро ехать. И решили делать на колесо новую звезду. Ну, в общем, с размером собот. Чуть поменьше. И тогда вроде передаточное отношение будет такое, какое нужно. Снегоход Буран. Надо ставить двигатель Лифан. Для этого надо сейчас заехать в гараж. Так что поедем пока в гараж. Полно грязи тут. Короче, зря я его затащил. Надо опять его выкатить и почистить вот эту всю грязь. Это опилок. Надо придется по второму разу закатывать. Врубаем заднюю. Поедем обратно. Ну вот, стало почище. Теперь можно заезжать. Ну вот снегоход гаража. Надо перебрать все тележки, потому что там уже подшипники все где-то получше, где-то совсем шатается сильно. В общем, буду перебирать все колеса, менять подшипники. Снял гусянки, выкатил все ролики. Будем все перетряхивать, менять подшипники. Подшипники поменены, можно все запихивать обратно. Натягиваем гусянку. Гусянки на месте.